Всем доброе утро. Мы прибыли на вокзал. У нас сегодня ожидается поездочка. А куда, вы узнаете из видео? Let's go. Итак, мы решили взять билеты, купить. А тут миллиард человек просто, чтобы вы знали. Короче, лайфхак для тех, кто не хочет стоять в очереди. Вы просто подходите к вот этому аппарату, берете билетик со своим номером и подходите в кассы, которые отдельные, чтобы не стоять в очереди. Девочки уговорили на мак-завтрак. Да. Ну и что, вкусно? Очень. Вы довольны своими булками? Нормально. Доброе утро. Всем доброе утро. Мы пришли на мак-завтрак. Мак-завтрак, булочка. Булочка марокканская. Валерия заставила съесть вот эту. Заставила. Прям стояла над душой и заставляла. Девочки пьют сок и кофе. Мы зашли в свой вагон, взяли билеты на второй класс. Здесь вот такие замечательные кресла, удобные, раскладывающий столик. Но это поезд, я забыла, как он называется, Аль-Бурак. Это хороший поезд. Если вы берете поезд Атлас, он намного хуже. А это прям вообще супер класс, не супер класс, но по качеству как будто первый класс. Вот, поэтому всем советую. Билет стоит 50 дирхамов. Да, наши деньги на российские рубли, это где-то 350 рублей. Ну что ж, поехали. Итак, мы в Рабате, прибыли. Train station. Здесь сразу видно, что чистенько и очень солнечно, очень. Еще взяли такси, воспользовались драйвером. Лера на фоне, да. Ехать 15 минут, такси стоит 20 дирхамов. Следующее видео будет без моих комментариев. Просто посмотрите на картинку и насладитесь местным колоритом. Я вот хочу вот эту штуку попробовать. Вот, с орешками. А вот здесь делают пасту из миндаля. Здесь она сейчас, конечно, не льется, но прикольно. Может, подкислить, чтобы? Ну тут... Чердак. Ой, нас сейчас выгонят. Здесь всякие травки. Здесь мята. И еще мята. И другая травка. Набрали открыточек с девчулями по 5 дирхамов. На сувенирчике вообще самое то. Тут книжная лавка. Такой красивый вид открывается. А еще мы зашли в какую-то библиотеку. Здесь одновременно магазин и кафе. Очень классное атмосферное место. Можно приобрести открыточки. А, вот тут все открытки, картины, книги. О, посмотрите.
Как же я люблю, когда красиво такое. Кто тут сидит? Кто тут такой? Да. Еще один котик. А одно из немногочисленных видео меня для вас в этом блоге. В общем, ребята, виды здесь просто потрясающие. Очень много локаций, которые можно посетить. Валерий сейчас мне будет портить кадр. Я хотела просто на морозе пройти вот так. Короче, очень классный город. Рабат рекомендую к посещению. Валерия тоже рекомендует. А здесь вот на фоне серферы. Видно? Да, видно. Ну что ты портишь? Вот, если хотите научиться серфить, вам сюда. Такой, я, меня тоже сфоткайте. Не видно. А тебя не видно. А вот так вот, да? Hello. А вы знаете, что Валерия заставляет нас фоткаться? Видео снимать, вы что-то говорили. Это мы были сегодня в Рабате и только на рынке успели расходить. В одном районе, да. А так все понравилось. Все красиво. Передаем привет верным подписчикам. Либо Катю, либо Лизе. Маме моим. На набережной открывается нереальный вид. Кстати, вот здесь находится ресторан. Очень классный. Подпишу потом название. Просто посмотрите на это. Потрясающе. Ну что ж, вот и закончилось наше путешествие в Рабат. Девочки, пару слов о поездке. Бегом! Счастье! Офигенно, очень круто, очень-очень круто. Рынки, куль, рынки, куль, вот. Куль, 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 куль. Короче, нам очень понравилось, мы советуем всем. Обязательно посетите, что сейчас мы направляемся в Касабланку, ждем наш поезд. Касабланку. Каса. Yes. Передаем привет подписчикам. Моим трем подписчикам, четырем. Делитесь нашим видео. Колокольчик. Подписываемся, нажимайте на колокольчик. Бай-бай!